Сегодня в Москве прошло совместное заседание Совета Федерации и Госдумы России. Участники встречи считают необходимым ужесточить уголовную ответственность за терроризм и пособничество ему. Также они предлагают усилить меры по обеспечению безопасности гражданских лиц. Парламентарии считают, необходимо передать силовым органам больше полномочий для обеспечения порядка во время проведения массовых мероприятий на транспорте и в иных общественных местах. О том, что еще обсуждалось на совместном заседании, нам рассказала депутат Госдумы Чувашии Алена Аршинова. Мы на этом собрании приняли решение о том, что необходимо ужесточить наказание за поддержку терроризма, за пособничество терроризму, за как раз агитацию, за вербовку, за финансирование. И, конечно, мы выступали за развитие международного сотрудничества, мы поддержали президента Российской Федерации за создание масштабной широкой антитеррористической коалиции международной. И, конечно, мы за сотрудничество с крупными международными организациями, которые готовы дать отпор террористам, которые сегодня в страхе держат весь мир. Хочу отметить очень важное предложение о тех гражданах России, которые выезжают за границу с тем, чтобы попадать в ряды террористов, в том числе ИГИЛ, и воевать против мира, против своей страны. Были высказаны такие предложения с тем, чтобы лишать таких людей гражданства и обратить внимание на их роль. Родственников. Были предложения и закрывать им выезд за границу и так далее, но к этому обсуждению мы еще вернемся. И, конечно, обязательно нужно обратить внимание на предложение о возможности дать право на досудебное закрытие сайтов, которые пропагандируют наряду с экстремизмом изготовление взрывчатых веществ. Мы также предлагали, вот наши представители предложили, например, обратиться к ученым, в том числе и еще раз проверить новые разработки, новых технологий, которые бы помогли бороться с терроризмом и укрепить нашу безопасность. Высказывались предложения, которые направлены на то, чтобы укрепить наши границы и фильтровать миграционный поток. К сожалению, нам кажется, что это мера необходимая, и мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса.